I have wrapped in a program. I did a Weird Weekends episode about. Доброго времени суток. Меня зовут Чеханацких Анна Андреевна, педагог дополнительного образования. Can you remember any of the rap that you did? My money don't jiggle jiggle, it folds. I'd like to see you wiggle wiggle for sure. It makes me wanna. Сулейменова Регина Рахматовна, заместитель директора по опытно-экспериментальной работе Дворца творчества школьников города Усть-Каменогорска. Когда к нам пришло данное положение, в первую очередь администрация дворца, конечно же, решила предложить поучаствовать нашему педагогу дополнительного образования Чеханацких Анне Андреевне, потому что Анна Андреевна действительно является профессионалом своего дела, и хотелось бы отметить ее нестандартный подход в проведении уроков, креативные методы и формы работы с детьми. Анна Андреевна пользуется огромным уважением среди родителей, детей и коллектива и ежегодно показывает свои отличные результаты при участии в различных конкурсах. Также Анна Андреевна проводит мастер-классы, семинары на различных уровнях – городском, областном, республиканском, где по итогам все участники отмечают высокий профессионализм, активную работу и креативный подход в проведении данных мероприятий. Мы были просто уверены в том, что Анна Андреевна займет призовое место, и поэтому желаем в дальнейшем также продолжать повышать свой профессионализм и активно участвовать в конкурсах профессионального мастерства. Я преподаватель студии ИЗО «Штрих» Дворца творчества школьников города Усть-Каменогорска. Кроме того, являюсь руководителем методического объединения ИЗО и ДПИ. Харина Татьяна Семеновна. Анна Андреевна работает в нашем коллективе уже давно, с 13-го года. Всегда подходит в работе творчески, не боится трудностей. Занятия у нее проходят очень интересно. Дети очень любят коллектив, дружный, интересный. Всегда участвует в конкурсах. Деятельная такая, интересная. И, естественно, и результаты у нее практически всегда у нее на высшем уровне. Успехов, конечно, и победить в этом конкурсе, конечно же, мы за нее болеем. И желаем, чтобы ее ролик, ее работа была лучшая, потому что она у нас самая лучшая, самая красивая, самая интересная, самая креативная. На, 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 на. When I popped off, then you gave me just a little bit of lockjaw. Вот так вот не надо. Надо вот так, так, так. Понятно? Я понял. Надо вот так, так, так. Вот так вот не надо. Надо вот так, так, так. Я понял, я понял. Надо вот так, так, так. Надо вот так. Привет! Здравствуйте! Как тебя зовут? Дана. Сколько ходишь в студию? 2 года. Как к преподавателю относишься? Хорошо. Привет! Здравствуйте! Как тебя зовут? Алис. Как давно ты ходишь в студию? 2 года. Мы лепим, клеим, делаем плотнот. Здравствуйте! Как тебя зовут? Елизар. Как давно ты посещаешь студию? 2 года. Тебе нравится здесь заниматься? Да. Что можешь сказать о преподавателе? Очень добрая, доброжелательная. Здравствуйте, меня зовут Злата. Как давно ходишь в студию? Я хожу уже сюда 4 года. Что нравится тебе в студии? Мне нравятся учителя, как здесь работают, и занимаются не одним и тем же, а разными поделками. Привет. Здравствуйте. Как тебя зовут? Лера. Как давно ходишь в студию? 3 года. Люблю, делаю объемные картины. Как относишься к преподавателю? Люблю его очень.